Итак, здравствуйте, с вами Драгонаут, и сегодня мы будем приручать Карна 60 уровня. Я надеюсь, что он приручится быстро, потому что он очень медленно приручается, вот очень медленно. Также мы еще сегодня приручим черепаху, потом пелагорниса и еще раптора. Черепахи мы попробуем две приручить. Но я не уверена, что они приручатся. Что делает черепаха? Черепаха собирает ягоды. Ну, в принципе, неплохо. Плавает и танчит. Нам уже она нужна для танкования. Танкования, да. Потому что у него очень хорошо качается жизни. Несмотря ни на что. Лучше, чем у Бронта и Диплодока. Ну, или Дипло. А пелагорнис фармит полимеры, то есть пингвинов маленьких по 100 полимера. Я вижу смысл качать пелагорнису только лишь вес. Так, давайте сейчас с дилфозавром разберемся. Ё-моё. Что-то я чувствую, у меня сейчас свинет, конечно. У меня все броня, блин, правда. Так, ладно. Сейчас я покажу раптора, пелагорниса и черепаху. Вот черепаха 240, по-моему, и 260 уровня мы приручаем. Так, никто еще не приручился. Вот еще одна черепаха. Так, давайте уберем отсюда прозавра и компи, потому что они мешаются, как я считаю. Так, вот у нас раптор. Раптор топовый. 290. Где еще? Я чтобы не проснулся. Если он проснется, будет все очень плохо. Также я бы хотела сказать то, что скоро я уеду, то есть 29 числа. И надо бы... Я буду снимать видео тому, куда я лечу, почему я туда лечу. Вообще, что там будет интересного, неинтересного. Я могу сказать тебе только одно, что это очень популярный курорт. Да, потом будет еще один курорт Европы, причем. Но я не думала, что он сильно популярный, но это один из моих любимых городов. Один из моих любимых флагов, который похож на русский, но это не Франция. Но мы будем не только там, мы там еще будем по окружностям ездить, округу, то есть Венгрия там и так далее. Мы там тоже будем. Я надеюсь, мне разрешат снимать. Также я оставлю спонсора, благодаря которому я поеду туда. Поэтому, да, я надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Если досмотрели, то красавчики. А если не досмотрели, то, к сожалению, не красавчики. Так, сколько вы там уже у Карна процентов? 69. Как же трудно его приручить, конечно. Звук я записываю на iPad, то есть говорю прям к микрофону близко очень. Вот прям чуть ли не целую микрофон. Это правда. Я его чуть ли не целую, этот микрофон. У айпада. Потому что он, ну, звук очень тихий получается иначе. К тому же я говорю тихо. Так, на каком там уровне синдлона Карна, мне интересно. Не, у меня его нету, к сожалению. Но, по-моему, где-то на 40 уровне. А вот как раз пелагорнис у нас. Приручается пелагорнис с рыбой. Тиммейт решил вырубить его пелагорниса. Я лично не хотела. Правда, он пелагорниса назвал чайкой. Его как обезьянка либо. Странно. Странно. Похоже на Ленина. Ладно, пошутила. Странные, конечно, шутки у меня. Так, тера мы приручили. Так, стоп. Нет. Вот это
надо отсюда убрать. Так, иди отсюда. Блин, он дилофозавра убил, ну да ладно. Кстати, по-моему, самочку. Нет? У самочки был как раз похожий уровень. Да, по-моему, самочку. Блин, вот этого мы только что приручили. Кстати, еще и дилофозавра приручаем одновременно. Так. Дилку мы приручили самым первым. Что это мужчина. Так, я думаю, стоит, наверное, продолжить видео, когда уже каждый приручится. Ну, давайте посмотрим, сколько с первосорки даст процентов приручения вообще. Так, у нас сейчас 91,9%. Ну, не сотых, а десятых процента, извиняюсь. Так, давай ешь. А, где-то 7%. Ладно, давайте продолжим, когда уже он почти приручится. Итак, Карно уже приручился. Так, давайте ультимейта попросим Карна, чтобы я могла его протестировать, урон и так далее. Вообще его обилки, что он умеет. Так, скорость он нормально. Давайте на кому протестируем. То есть примерно урон где-то. То есть где-то 40 урона, что ли. Это удар, который головой. Так, надо отойти от синкзавра. Стенка вообще. Все урона как-то мало на самом деле. Зубами, то есть уроном, который обычно такой стандартный, он наносит 70 урона. То есть это укус простой. То есть простые укусы наносят намного больше урона. Ну, вообще не намного, а нам чуть-чуть. Также вторым ударом, который головой, мы не наносим. То есть мы не можем собирать вообще мясо им. А уроном, которым головой, мы можем улучшать. Так что у нас черепаха. Черепаха у нас приручается. Вторую черепаху у нас проблемы, мы скрыли вторую черепаху, к сожалению. Ну ладно, я думаю, на этом стоит заканчивать серию. Кстати, если вы хотите, чтобы я приручила альфу, то я постараюсь. Главное, вы поддержите, напишите хотя бы. Но альфу можно приручить, по-моему. Я видела, где какой-то китаец приручал альфу. Но, по-моему, скрещивать нельзя. И кататься на них тоже. Просто-напросто на них нету сёли. Ну, по крайней мере, у него были без сёли, вот так далее.